спала, потому что грозятся это, в общем-то, это сделать давно, разогнать. Смена правительства ничего не изменит. Те слова, которые услышал от президента, я, к сожалению, на протяжении своей уже долгой жизни слышал от разных начальников по самым разным поводам. К сожалению, это, как правило, не свидетельство неспособности предложить какую-то идею. Но если президенту кажется, что можно что-то сделать, надо сказать, хочу сделать вот это и вот это. Ребята, предложите свои идеи, как нам это сделать. А просто говорить, что вы плохо работаете, это все начальники говорят всегда. За этим может последовать увольнение, но за этим не последует перемена в работе и нашей жизни.